Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир. Так, Лига Мастеров, 2 звезды. Окей, друзья мои, 9030 сюриков, 45 ДНК на кроликов. По-моему, мы сегодня сможем их апнуть, если я не путаю. И 65 платиновых осколков. Чудесно. Так, забежим сразу в магазин и откроем бесплатно колодушку. И кто у нас тут? Острозубчик. Отлично. Так, задания, по-моему, да, все выполнены у меня. Так что сегодня мы... Ох ты, тигр. Это, ребят, конечно, хорошо, но не для меня, потому что он у меня полностью собран. Осталось только лишь перевести его в платиновый ранг. Так, а испытания у нас какие будут? Черепашья буря. Кстати, неплохое испытание. Мы здесь с тобой сможем пофармить черепашек. Так, борцы с преступностью. Ну-ка глянем, кто у нас тут. Это все есть, это нам не нужно. Вот, голубь Пит, Роквелл. Ну, естественно, кожеголовый и Слэш. Вот это я понимаю, вот эти карточки нам нужны. И ярость Рафа. Здесь у нас на Рафаэле, да? Нам нужен будет Рафаэль фильм, Рафаэль видение. Так, ну, в общем, ребят, остальные нам нужны будут. И космос, и оригиналы. Отлично. Но сегодня, по традиции, понедельник, поэтому мы приступаем с вами с ареночки. Кстати, мне хотелось посмотреть, у нас кого-нибудь можно перевести? Или нет, не хватает, нам нужно... Да, друзья мои, нам нужно еще подождать недельку. Ё-моё. Для чего? Для того, чтобы перевести в платиновый ранг какого-либо персонажа. Видишь, у нас 360 платиновых осколков, а нужно 400. Да, придется потерпеть, ничего с этим не поделаешь. Ну что, друзья, приступаем проходить турнирочку. Погнали. Так, Лига Воинов, как всегда, одна звездочка, и мы с тобой будем потихонечку продвигаться вперед. И возьмем мы, наверное, с тобой Ильяза. Да, почему бы и нет. 15 уровень здесь максимальный, это Рафаэль и Караечка, плюс Леонардо здесь есть. Но в любом случае для нас эти противники не особо страшны, мы все равно сможем их победить. Потому что мои герои 30 уровня. Так, ну что, приступим потихонечку. Давай, наверное, стрельнем. Вот так вот. Ух, даже не подбили Карайку, это что-то. Ну и мы не получили никакого урона. Давай, наверное, выкинем с тобой валун гигантский. Правда, этот скилл у меня не прокачан. Но и этого было достаточно, чтобы Леонардо упал. Упала Карайка. И Рафаэль бросает свои... Как их звать-то? Как это оружие-то у него? Ё-моё, у меня из головы вылетело, ребята, представляете? Саи, конечно же, Саи. Хотел сказать ножички. Но это Саи на самом деле. Так, ну что, мы с вами переходим дальше. Сейчас, наверное, очень хорошо взлетим. На 2 звезды это минимум. А позиция 89-я. Ага, вот что значит немножечко я задержался. Ариэля, тут Пая и Димка, видимо, судя по всему. Ну, я буду брать вот Ариэла, потому что здесь кубков больше, а мы сегодня хотим бустануть. Мы хотим вырваться с вами как можно дальше и выше. И без особых проблем мы это с вами будем делать. Черепашки, так, Рафаэль, Космос, Лео, Космос и Рафаэль. Классика. Ну, что ж, давай. Прикольно они так бегут. Ну что, роднулечки, естественно, будем с тобой брать в оборот сразу же Эйприл. Ух ты, я думал, она упадет. Ну, как-то не получилось. Сделаем такой вот удар. Да, получилось. Здесь Макман, мне кажется, будет позлее, но, видишь, повышенная атака идет все-таки на нейтрализатора, поэтому будем его бомбить люком. Опа! Чуть-чуть не хватило, чтобы он упал. Ну, как видите, они нам никакого вреда абсолютно не наносят, потому что, ну, слишком... Хотя уровень у них 22-20. По идее, должны хоть немножко, ну, задеть нас. Но тут у них не получается. Ладно. Бац! Ага, дудки тебе, парень. Вот и все, и Макман распластался. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Я надеюсь, мы перейдем сейчас в 3 звезды. Как ты думаешь? Я думаю, перелетим просто-напросто. И... Как так? Как так, ребята? Мы с вами не попали в воин 3 звезды? Это что за фокусы такие? Я не понял. Это в первый раз вот так вот у меня получилось. Слушай, это ненормально.
Хорошо, я возьму Елену. Леночку. Леночка, ты как себя чувствуешь? Хорошо, надеюсь? Дома на изоляции? Правильно, сиди, выздоравливай. А лучше вообще не болей, если честно. Так, ну что ж, давай, давай начнем. У нас тут... Тихо, карачку, успокойся. Ого, смотри-ка, что происходит, друзья мои. А эти ребятушки шутить не любят, я смотрю, да? Сразу же навтыкали мне маленечко. Ну, а мы в ответочку. Бамс, карайка опять выжила. Ну что, Донателло, давай-ка свою массовую атаку. Бабах. Слабо это все было, на самом деле. Ну-ка, если так, отлично. Маленько все-таки они отнимают ХП. Хотя Бибоп здесь 20 уровня, ты сам это прекрасно видишь. Бдж, упал. Упал и распластался. Подожди-ка, ребята, а у нас что? Получается, и кролики не прапались, да? 45 ДНК. Все, я вспомнил. У нас с вами ДНК на кроликов-то очень мало было. Да-да-да-да-да. Поэтому. А я думал, что мы сегодня их прапаем. Нет, не вышло ничего. Так, Колтон, Денис и Чиз. Хм. Будем брать Дениса в оборот. Любитель, видимо, Бравл Старса, потому что у него значок именно такой. И против него у меня будет Майки, Рафаэль, Бибоп пасхальный и Шинигами. Все ребята за 30 уровень, так что никаких проблем, в принципе, не должно здесь возникнуть. Давай-ка приступим. Бакстера... Нет, Эйприл. Хотя мне хочется ударить именно Бакстера Стокмана. О, слабо, а если так? Дух Они вылетает и пугает, но не совсем хорошо. Теперь бросим бомбочку, я думаю, он все-таки отдуплится и остальные получат урон. Вот это совсем другой разговор. Так, теперь массовая стрельба. А, нет, это не массовая, ребята. Ну, Эйприл, естественно, хиляется. Нам это уже не имеет значения, потому что все равно они сейчас упадут. Давай я вот так вот сделаю, из принципа. Мне нравится, как он здесь делает вот этот вот свой скилл, да? Куриная голова, безумная, причем появляется у Рафаэля. То есть он в гневе. Плюс у него появляется месть. Ну, я не знаю, понадобится ли нам месть. Мне кажется, нет. Мы его, да. Донателло мы с тобой ушатали без каких-либо проблем. Три раза пришлось, правда, его бомбануть. Но все-таки он все равно отдуплился. Ладно, двигаемся с тобой дальше и переходим, да, наконец-то в элиту мы с тобой зашли. Что-то у нас бустануть сегодня не получается как-то, да? Тобиас, Ив и Анна. Естественно, будем... Ох ты, смотри, Ив аж 14 кубков дает. У нас есть шанс с тобой отличиться. Так, какой тут 28 уровень максимальный? Ладно, я думаю, Кейси... Острозуб, Лео, предводитель. И такой Лео, оригинал, будут у нас здесь в самый раз. Начнем, наверное, блин, смотри-ка. Давай массовую атаку вначале сделаем. Слабенько очень. Уничтожить нам, по идее, нужно с тобой Кирби. Бац. Ой, да что ж такое-то, вообще все кисло. Твою ж налево, началось. Короче, он усиливает атаку Майки. И сейчас мы с тобой, он отхиливается. Ё-моё, он успел сделать отхил. А, ну ты посмотри. Короче, давай с тобой делать так, провокацию. Пускай теперь попадут по нам, да? Они, кстати, попадут. Ой, маузеров выпускают. Так. Бакстер, вот это ты зря, конечно, сделал. Но не забывайте, что у него есть еще один удар. Это волна. Получи, Кирби. Наконец-то мы его убили. Так, а наверняка Крип будет здесь вешать провокацию. 100% тебе говорю, что он будет здесь провокацию брать. Ну, конечно, как же без этого. Придется нам теперь в любом случае его уничтожать первым. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то все очень... Ребята, что за дела? Успокойтесь, пожалуйста. Ну-ка, Бакстер свалил в туман. Не хочет он падать. Давай вот так вот сделаем. Опа. Все, ребята, сняли с себя всякие дебафы. И теперь нас просто так не пробить. Причем мы ускорились, а на Леонардо еще и дополнительный удар, который не наносит нам вреда. Ух, постепенный урон повесили. Слушай, а Лео-то хорош, оказывается, на самом деле. Я им, правда, не особо сильно играю, потому что он слабенький по уровню. Но если его прокачать, я думаю, это будет имбовенький персонаж. У него массовая атака, снятие дебафов, что немаловажно. Хорошо, мы как-нибудь это учтем. Да, ребятушки, очень-очень вшивенько мы с вами двигаемся.
Эрик и Серега. Выбираем, наверное, сразу Серегу, потому что, ну, кубков больше. Персонажи довольно лихие. Самые такие злобные — это Бакстер и Железноголовый. Поэтому мы с тобой будем... Возьмем Пита, Майки возьмем с тобой, Кожеголового и, конечно же, Рокстеди. Давай попробуем, что у нас из этого получится. Вот эти, конечно, да, ребятушки могут нам сделать кучу неприятностей. У нас усиленная атака идет только по мухе. Погнали тогда ее будем бомбить. Ой-ой-ой, Пит, ну что ж ты. Плохенько ты, конечно, сработал. Так, а ты? Почему мы так... Такое ощущение, что что-то здесь изменили в этой игре. Так, уже Ой, этот Железноголовый отдуплился. Вот это новости. Давай-ка я вот этого вот паренька попробую супер атакой. Мне нравится вот эта вот мощная атака. Правда, не прокачанная, но... Ага. Недостаточно мощная, вот это вот плохо. Я спокоен, как танк. Ребят, у нас есть еще хил, не забываем. Давай-ка, Пит, поклюй хлебушек. Вот таким вот образом. Минус Бакстер. Я сейчас уничтожу муху. И остается у нас Донателло фильм. Наверное, не упадет, да? Так я и думал, не упал. А Пит? Пит сделал свое доброе дело. Молодец, красавчик, еще сплясал на дорожку. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Слушай, я думал, мы будем сегодня как-то быстренько продвигаться. Но, видишь, что-то пошло не так. Элита 2 звезды только сейчас. 53-я позиция, окей. Так, тут у нас Фатма, Кенни и Йозеф. Йозеф. Я, наверное, буду брать... Я думаю, что... Блин. Кенни. Или... Нет, все-таки я возьму у Йозефа. Там хоть и бронза есть, но тут одно серебро. А там все-таки есть золотой персонаж. Поэтому мне как-то сподручнее именно... С серебром тут драться. Даже думать ничего не буду. У нас, ребята, с вами 40-е уровни. У него почти 30-е, 10 левелов, 12 разница, поэтому, в принципе, переживать не стоит. Но стоит опасаться, потому что если они возьмут в прицел какого-то определенного персонажа, и все будут его бомбить, есть такая вероятность, что они могут ушатать. Так, Мондагека мне здесь не нравится. Давай попробуем убрать его. Окей. Теперь Ванюшку, наверное, надо. Хотя, нет, Ванюшку я все-таки попробую бомбануть. Не вышло. О, давай-ка тифтельку эту бросим. Пукс. Шикарно. Шикарно и добили. Отлично. Вот сейчас мы с тобой должны немножко передвинуться. Кстати, ты заметил, что пиццелицы в конце подкидывают всякие сардельки, пиццы, и все это сам ест. Ест все то, из чего сам сделан. Так, 79-я позиция и элита 3 звезды у нас. А персонажи все меньше и меньше. Арнаут, Иванна и Татьяна. Ну тут, по-моему, всем прекрасно ясно, что лучше драться нам с Татьяной. Тут все-таки бронза есть. Это Леонардо, да? Трехзвездочный, непрокачанный почему-то. Не знаю, ребята. Ну что ж, попробуем. Попробуем наковырять, не знаю. Как тут? Ну, в принципе, должно быть без проблем. В принципе. Но опять же повторюсь, что стоит всегда опасаться. Не стоит недооценивать противника. Ни в коем случае. Лео, ну-ка попробуем тебя прошить маленько. Хопа, неплохо, кстати, бомбанули. Теперь бросим баллончик. Ну-ка, Кейси. Шикарно сделал, плюс понизили мы меткость. Ураганчик от Макмана. Ох, как шикарно он пустил свой смерч, а. Минус двоечку сразу сделал. Этот ушел в невидимость, но это ему не поможет, ребят. Потому что все, он уже стал для нас видимым. И вот так его специально на плечо. Своим шипастым огромным плечом мы его сбили. Ну и продвигаемся. Я думаю, что сейчас мы все-таки перейдем в следующую лигу. Ну-ка. Да ёпарасете, ну что ты, ну что ты. До сих пор в элите висим, а. Тут вообще знаки вопросики одни. Джек. Я буду брать вот это вот. В маске. Вот, правильно, сидит дома на изоляции. В маске все как полагается. Ну а мы с тобой берем. Ох, ядрить тебя на корень. 45 уровни. На 9-10 левелов мы повыше будем нашего оппонента. Кирби, да, значит, Кирби и Мондагека.
Начнем с массовых атак. Она, правда, не особо хорошо прокачана, но, тем не менее, урончик нанесем. Ого, Брэдфорд что-то всхлопотал-то по полной программе. Давай мы его, наверное, укокошим. Вызовем болванов с другого измерения. Летите. Тун-тун. У-ху-ху-ху. Что я могу сказать вам, друзья мои? Просто шикарно. Давай добьем массовой атакой от Кренга. Мне нравится, как эта ракета у него из глотки вылазит. Ложит маленькую такую бомбочку, да, вылазит. Здоровое просто ракетище. И мало того, что она одна, так она еще и делится во время выпуска. Так, ребята, мы с вами перешли наконец-то в самураи. Уже, как говорится, мне поспокойнее. Самураи — это все-таки как бы отправная для меня точка. Все, что до самураев, это вообще шелуха. Ну, для меня это как бы, ну, вообще ни о чем. Кристина, Никита, Нонейм. И мы выбираем с тобой, наверное... Наверное, выбираем Кристину. Во-первых, она очень радостная, поэтому надо немножко ей испортить настроение. Че я несу? Видимо, яйца. Ладно, хорошо, поехали. 45 уровень. Тут, друзья мои, я думаю, что никаких проблем нету. Есть только Ванька. Ванюша может, конечно, бомбануть нехило свою пулеметную дробь. И это будет для меня плохо. И у них инициатива. Да, не ожидал я этого. Так, ну что, давай мы, наверное, с тобой вот это вот сделаем. Это же на всех, сказали, вешается, да? На всех, отлично. Теперь я спокоен немножко. Но у них, ребят, повышенная атака. Поэтому давай, наверное, начнем с Рафаэля. Тыч. А у них у всех, да? Это, блин, хорош, Лев, ну успокойся. Ну зачем ты это делаешь? Кому? Ты че? Ага, во, слава богу, у нас, ребята, работает отхил. Это чудесно. На, молотом. Блин, я думал, добьем. Провокацию я брать не буду здесь. Это нежелательно делать на Рокстеди. Пошла граната. Опа. Опа, пули. Супер Шреддер, ты че такой ватный-то? Они сейчас будут его брать в прицел, друзья мои. Ты смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает. Ай-яй-яй, как же нам с тобой быть? У нас провокатор... А, есть провокатор. Ну, доживем ли мы до провокации? Вот какой у меня вопрос. Даже, блин, нет, не дожили, друзья мои, до провокации. Вот об этом я тебе и говорил, что никогда не радуйся раньше времени. И я теперь пожалел о том, что я не взял провокацию на Рокстеди. Грустно, мы и так с вами очень медленно продвигаемся вперед. Так еще и Супер Шреддера, как же он сейчас ватно сыграл здесь, а? Я специально ставил отхил, но на него повесили постепенный урон, который, в принципе, его и прижучил. Очень большое здоровье отнял у него. Ладно. Грустно, грустно, конечно. Василий, Ивана и Игры. Ну, видишь, как просто Игры назвал себя, и нормально. Но мы будем брать с тобой Ивану. 44-й левлы у персонажей. Это у Донателло и Майки. Подожди, 44... Ого! Слушай, а тут-то надо быть уже предельно аккуратным, потому что, ну, сам видишь, что здесь творится. Попробуем сыграть через Армагушу. Лишь бы не пожалеть об том, что я выбрал только лишь одного сюда сильного героя. Тут Шреддер. Хиллер, да? Ну-ка, посмотрим, сколько мы отнимем ХП у наших оппонентов. Ё-парасете. Что-то мне напомнило это вертушку у Лео. Обычно он так, когда делает, все ложатся. Остальные там в бессознательном состоянии ждут, когда их добьют. Вот сейчас тоже получилось это же у Армагона. Двигаемся с тобой дальше. Самурай, две звездочки уже у нас пройдены. Мы с тобой выбираем врага. Так, Леша, видишь, просто Лешенька. Лешенька, сынок, давай сюда иди ко мне. Сейчас мы с тобой немножко побомбимся. Так, беру Алапекс, Мондагека, Крипа. Возьму-ка я сюда, наверное, Майки. Не-не, Лео, подожди. И хочу-ка я сюда взять, наверное, вот так вот Тигриного Когтя, или как я его называю, Шархан. Ну что же, голубчики. Так, Пит здесь не нужен. Блин, вот Крис Брэдфорд, конечно, там мне немножко подосрал, на самом деле, все это дело. Помнишь, когда он бомбанул, он львиную долю здоровья отнял у моего персонажа. Это у Супер Шреддера. Так, ну что, тихо, тихо. И этот Майки тоже ползунок тут прыгает, усиляет команду. Минус. Так, защиту ставит, да? Он ставит защиту. И фокус еще. Отлично. Хорош. Успокойся, пожалуйста, Рокул. Иди, отдохни. Это когда-то был профессор, он, ребята, стал обезьяной.
Потому что друг в него влил мутаген. Ну как друг? Наверное, компаньон по работе, да? Профессор кислых щей. Ну что же, приступаем дальше. Костя, Бенджамин и кто там? Пака? Сака? Я не знаю, кто он. Будем брать с тобой, наверное, вот как раз Саку и возьмем. Почему Сака? Потому что первая буква С вот здесь вот на этом, а и Ака. Вот и думай, что он там хотел. Пака, Сака или еще что-нибудь. Смотри, у нас 50 уровень, здесь 47. Ох, стой, 47 даже есть. Надо быть предельно аккуратным. Я возьму Карайку сюда. Надеюсь, Караечка здесь не подведет меня, сделает бросок кунаев. Как говорится, и точно, чтобы этот был бросок сделан. Ну, 50-50. Давай понизим защиту с атакой. Нет, только защиту. Атаку мы понизили на майке ролевого. И попробуем вот так вот бомбануть суперударом от Шреддера. О, минус майки. Ускорение делает Мондо Гекко. Ну, это, мне кажется, он запоздал маленечко, потому что... Тихо, тихо, успокойся. Заморозку сделал. Слушай, хилить я пока никого не собираюсь. Незачем. Мондо Гекко наказали. Да он еще и промахнулся. Ё-моё. Так, что они все на Шреддеров вешают... Урон постепенный, а? Почему они так делают? Специально, что ли, а? Квазимоды, ладно. Ну когда... Не, я даже хиляться не буду, просто бомбану его. Шреддер слабоват, ты Шреддер, а? Хан, ну здравствуй. Ну, Лео, ты-то. Да, Лео сделал свое дело, он подбил. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, что и сказать. Идем с вами очень как-то натянуто. Вот прям чувствуется, как мои герои еле-еле, как будто вот пробивают себе путь через толпы, знаешь, каких-то супер мощных врагов. Хотя это, ребята, откат. Эта неделя прошла. У нас свежие, как говорится, свежие битвы. Еще тут ничего не укрепились, да, наши оппоненты. А мы с вами сдаем позиции на ровном, так сказать, месте. Ну что, Дави, Василий и Петр. Питер, наверное, да? Ну, смотрим. Здесь, вот здесь три серебра. Три героя на серебре, поэтому я буду их и брать. А я еще полтинников до сих пор не разыграл. Как-то кисло. Давай возьмем Донателло сюда. И я думаю, что с помощью его массовой атаки сюрики эти ребята выкусят, как говорится, всю мощь и гнев меня. Поехали. Что ты делаешь, роднуля? Успокойся, успокойся. Фильм окончен, шоу завершилось. А мы вот так вот делаем. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Я-то думал, что мы сейчас кого-нибудь доположим, ага. Не тут-то было, все-таки Донателло слабоват будет. Ну-ка, давай мы, наверное... Ой, вот этого бы надо как-то шлепнуть. А если так сделаем? Тынь-тынь-тынь-тынь. Я тебя умоляю. Что это было за возня ногами? Под танцульки. Так, отлично. Делаем ладошки по земле. Йоу. Ну, вот никогда не знаешь, ребята, от кого ожидать суперудара хорошего. Видишь, здесь добил всех практически наш мутагеноид. Хотя, если бы они взялись за него, они бы его могли порвать просто в лохмотьев, на тряпочке. Но, видишь, улыбнулась удача нам. Но Нейм, Кевин и Пол. Слушай, все одинаковые, поэтому, я думаю, мы возьмем с тобой Кевина. Опять же, три героя в серебре, 45 уровень. Максимальный 47, но для нас это... Для нас это проблема, на самом деле. 47 уровень. Хм. Зэк. Нам поможет здесь Зэк. Вся мощь Зэка сейчас выльется на наших врагов. Бомбочка, конечно же, бомбочка. И смотрим, сколько отнимает здоровье. Практически, ребят, практически ушоркал всех. Добьем с тобой Ванюшку плевочком вот так вот. Ты-дыч. Дальше мы с тобой, наверное, уничтожим. Подожди, майки надо убирать отсюда. Так, теперь Караечку, наверное, сдуем. Оп, сдули. Ну, вот так вот тогда. Отлично. А, вот. Вот этот вот удар мы с вами не использовали. Давайте попробуем, что он делает. Ух. Ничего, ты видел? Пшикнул, и они упали. Слушай, хороший удар на самом деле. Мне понравился. Массовая атака Джастина. Классно. Так, ну что же, вот, наконец-то мы с вами в сёгунах. Да, пускай пока одна звездочка, но тем не менее. Ян, Себастьян и Пако. Кого тут взять-то, я даже не знаю. Вот, наверное, возьмем с тобой Пако. И у нас
60 уровни. Все, ребят, здесь можно никого не менять, никого не добирать, чисто идти этими нашими персонажами. Тимми, нейтрализатор, Паукус и Ванюшка вместе со Сплинтером сделают свое благородное дело. Ух, Паукус-то как шлепнул. Он в ответку тоже мне массовую атаку бросает. Я умоляю тебя, парень. Даже не попал. Тыч. Минус Роквелл. А, Тимми, давай какому-нибудь там шандарахни. Эйприл, уложил, молодец. Прям уложил и на нее еще и упал. А ну-ка, Ванюшка. Плевок тебе в ушко, ё-моё, ну что ты делаешь-то, а? Так, давай, Донни. Я тебя умоляю, ты зачем это делаешь? Для чего, скажи мне, парнишка, ты вот это делаешь? Какой крит удар? Ты на что-то рассчитывал? Ты хотел, чтобы еще сделать мне удар? Да, насмешил меня, действительно. Ну что ж, ребята, это был его выбор, а мы с вами продвигаемся дальше. 51-я позиция. Как минимум еще нужно 2-3 боя, чтобы мы перешли в сёгуны 2 звезды. Так, Ханах. Ё-моё, нифига себе, Ханах. Жахан и Чарли. Какой Чарли? Чарри. Даже Черри, наверное, скорее всего. Ну, я даже не знаю. Я вот тут вот смотрю, есть тут 2 серебра и тут 2 серебра. Если брать по уровню, то вот здесь будут слабее противники. Поэтому Яхан, может быть, Яхан его, или Джохан. Джохан, скорее всего. Джоханом назвался. Значит, полезай в корзину. Давай вот так вот сделаем. Ой, а у меня что-то все? У меня еще одна катка и все? О, друзья мои. Не знаю, дай боже, зайдем с вами в Лигу Сёгунов 2 звезды. Это в лучшем случае. Так, ну что, провокацию брать? Давай возьмем провокацию, а почему бы и нет? Пошуткуем маленечко, да, над ними. Пускай они там пыхтят. Попробуют пробить. А еще вот так вот сделаем. Бамс. И вот таким вот. Тыдыч. Изи кул. Тут по-другому не скажешь, ребят. Просто железноголовый взял самонаводящимися ракетами всех. Уничтожил. Так, какая позиция? 25-я? О, 12-я, да. Лига Сёгунов 2 звезды нас ожидает. Ну, я тебе скажу, это не самый худший результат. У нас самый лучший, это был Лига Сёгунов 3 звезды. Так, Джим. Ну, тут без разницы, ребят, кого брать. Можно самого сильного выбрать. Возьмем Джима. Возьмем Джима. И вот так вот. Остальные, да, остальные все у нас сыгранные. Ой, не завидую я. Против такой имбы достаются вот такие вот сосуночки. Ладно, ребят, поехали. Даже не буду здесь никакое уклонение ставить. Это ни к чему. Потому что тут достаточно будет одной вертушки, наверное, скорее всего. Легко и просто. Слушай, а тебе не показалось, что мы сегодня как-то довольно быстро прошли? Да? Раньше как-то это все тянулось долго. Может быть, я уже просто привык. Но вот так, а позиция какая? Ух ты, да еще и 75-я. Слушай, неплохо. На самом деле неплохо, но опять же тебе скажу, что нас оттуда быстренько сбросят. Буквально следующая серия будет, мы с тобой будем где-нибудь в самураях 2 звезды. Это в лучшем случае находиться. Ну что, давай, наверное... Нет, не будем. Пойдем-ка мы с тобой пройдем сегодня тогда уже и испытание одно. И я хочу взять борцы с преступностью. Почему? Потому что здесь такие сладкие персонажи для меня. Пит, Роквелл, Кожеголовый и Слэш. Единственная проблема, точнее даже не проблема, а загвоздка, кого нам сейчас дадут. Ну-ка. Ну, в принципе, друзья, в принципе, я не уверен, что мы пройдем с тобой полностью это испытание. Но до Кожеголового мы обязаны добраться. Ой, что я делаю, ребят? Тут же автобой, конечно же, даже первые бои. Давай, поставим пока и просто поболтаем о чем-нибудь. О чем поболтать? Я не знаю. Ребята, многие пишут меня, опять же, про Бравл Старс. И, кстати, хотел сказать, что все игры, которые выходят у меня вот из новеньких, ребята, это не игры, в которые я собираюсь играть, а те игры, которые я хочу вам показать. То есть вы не рассчитываете, что многие из этих игр будут дальнейшее иметь продолжение, понимаете? То есть я вам показал, вы посмотрели, отчитались, понравилось, не понравилось и все. Нет, если, конечно, мы найдем с вами вообще какую-нибудь имбовую игру, где там будет хреново туча лайков, и вы скажете, давай-давай, продолжай, все в один голос. Конечно, мы тогда возьмемся за нее. Но это не о каждой игре идет речь. Не о каждой. Сегодня, например, помимо черепашек, точнее, скорее всего, будет немножко по-другому. Выпущу сегодня 3 новые игры. Черепашки у меня идут последними.
в этом списке, потому что те игры уже, как говорится, заливаются на канал Черепашки, только сейчас я снимаю. Вот. Что еще хотел спросить или сказать? Ребят, посещайте второй канал, кому интересны игры на ПК. Особенно мне понравилась игра, я сейчас в нее прохожу, Аграунд. Пиксельная, довольно забавная, с очень хорошим развитием. Напоминает чем-то, я не знаю, даже сравнить ее с чем. Вы знаете, что я люблю пиксельные игры. Там, конечно, пиксель будет покрупнее, типа, ну, не такой крупный, как в Майнкрафте, но тем не менее. Довольно крупненький, разобрать можно, но какие там возможности в этой игре, меня, конечно, они просто удивляют. Что я там еще? Сегодня будет, наверное, очередная серия по Gears 5, а завтра, насколько я помню, должна выйти у нас Gears Tactic. Я делал предзаказ еще месяц назад. Наконец-то это время наступило, мы ее дождемся, и я буду тоже ее выпускать на своем канале. Это у нас тактическая стратегия, там, по-моему, так ее можно назвать, или тактическая RPG, не знаю, в общем. Когда мы ее скачаем и начнем смотреть, обозревать, тогда мы все сами поймем. Так, ну что еще вам рассказать? Я даже не знаю. Ребят, задавайте вопросы, потому что вот такие моменты есть, прослабляющие, да, где можно о чем-то покумекать, поговорить. Только я только за. Рад за ребят, которые играют тоже в Черепашки-Ниндзя-Легенды, которые мне каждый раз пишут, чего они добились. Кто-то писал: Рэй, а ты будешь играть по составам? Я уже насчет этого вопроса всем отвечал. Обязательно буду, но хотя бы мне нужно, ну, прокачать, потому что нет смысла играть составами, которые не прокачаны. То есть, ты понимаешь, у меня, например, взять Леонардо, да, а вместе с ним поставить, например, там, черепашку, там, космос, любую, да, они не прокачанные. Никакого от этого толка не будет. И где я буду выступать такой командой? Против где? Вот на лиге? Ну, это несерьезно. Там либо мы выиграем, либо проиграем. Если у меня будет имбовый персонаж, конечно же, выиграем. А если будет имбовый противник, то, конечно же, проиграем. Понимаешь? А смысл-то вы какой хотите? Чтобы узнать, какие команды лучшие. Вот в данный момент у меня есть определенная связка имбовых персонажей. И если она выпадает на каком-нибудь испытании, да, то мы это испытание просто рвем. А есть испытания, где мне дают слабых персонажей. Это обычно проходит именно в платиновых испытаниях, да, где мне дают слабых моих героев. И естественно, я там ничего не могу сделать. Просто не могу. Меня там разрубают, разрывают и выкидывают. Скажут: иди отсюда, халабуда, не мешайся под ногами. Обидно, обидно. Поэтому мне надо в любом случае как-то прокачивать слабеньких. И в то же время, смотри, Армагоша, да, 72 уровень. Я его сколько мечтал, чтобы он у меня появился. Он появился. Все. И как-то, знаешь, нет мутагена, не хватает, чтобы его прокачать. До 80 уровня он как минимум должен быть. Я молчу про Криса Брэдфорда, да. Но Армагон и, кстати, Рахзар тоже должен быть в 80 уровне. Но также ты не забывай, что у нас есть Рафаэль, который достоин быть в соточке. Ну, я имею в виду в 100 уровне. Кто еще там у нас есть? Железноголовый, тоже достойный чувак. Зек, в принципе, да? И, кстати, не забывай, что на следующей неделе 100% у нас с тобой будут платиновые осколки. Мне надо, наверное, сделать какой-то опросик, да? Чтобы вы проголосовали про определенного персонажа, которого будем переводить в платиновый ранг. Вы будете писать просто-напросто, и все. Или, я не знаю, как там. Или мне выбрать, и вы просто будете ставить галочку напротив этого персонажа. Так будет, наверное, лучше. Кто-то хочет, чтобы я Шархана прокачал, ну, тигриного когтя. Кто-то говорит Сплинтера, кто-то там еще кого-то говорит. Ребята, очень много желаний. Подсчитывать голоса порой просто становится сложно. К тому же, ты понимаешь, ты их подсчитываешь, проходит буквально там день, а может быть даже пару часов, и голосов еще больше становится. И просто я в этом чате зависаю, в этих комментариях, я зависаю буквально по 40, по 50 минут, чтобы что-то не упустить. Кстати, мы с тобой получили 2 ДНК на голубя Пита. Сейчас получим 2 ДНК на Роквелла. Так что, ребятушки, мотайте себе на ус, потому что мы будем с вами переводить. И это будет хорошо. Считай, мы с тобой месяц потратили на то, чтобы перевести персонажа в платиновый ранг. Поэтому особо сильно так распаляться не надо. Надо именно конкретного чувачка брать и переводить. Фух, вроде бы все, отчитался, ребята. И возвращаемся опять с вами в игровой режим. То есть я как бы концентрируюсь на боях. Хотя, подожди, какой там уровень у нас противника?
60-й, окей. Здесь мы еще их порвем. Третья волна. Тидыч. Слушай, мне нравятся вот эти вот пухлячки. Они так быстро и классно падают. Причем никакого сопротивления у них вообще, по-моему, физзащиты нету. Они как ватники. На, получи. Так, кто у нас там? Слэш, Кужеголовый, Роквелл и Лео. Ну и гриб тут каким-то образом затесался. Вот этот, кстати, размашистый удар, да, у Рокзара. Кстати, ты знаешь, на кого похож Рокзар? На прыгуна из Tower Conquest'а, тебе не кажется, а? Есть такой, да, как бы оборотень. Так, тихо, не надо брать провокацию, пожалуйста. Ай-яй-яй, у него помимо провокации еще видел. Как бы, как вот этот назвать-то, я не знаю. Когда у него шлем, защита дополнительная, да? Безуронная. То есть мы бьем, а урон не наносим. То есть снимаем только шлем с него. Все, отлично. Ну что же, двигаемся дальше. У нас с тобой остается, по-моему, два всего лишь боя. Так, две ДНК на Роквелла получили. И два боя должно быть, да? Угу. Где у нас будет Кожеголовый и Слэш? Так, смотри, 75-й уровень уже пошли. Уже опасочка, понимаешь? 75-й. Последняя, значит, будет битва 85-х уровней. Слушай, там особо... Да идите его. Почему у грибов инициатива? Они же 70-го уровня. Ну почему они ходят первыми? Блин, у нас нет хила здесь, ты понимаешь? Я уже сколько раз говорил об этом, что без хила нам здесь, ну ничего не сделать. Тем более они повесили на себя уклонение. Все. Ой, давай попробуем. Армагон, только ты не подведи, пожалуйста. Ну, будь добр. Ну, ладно, фиксим. Сгодится. На. Так, Шитик пошел прочь с поля боя. На 3674. Так, ага, вот эти мои любимчики тут стоят. Давай вот так, хопа. Да иди ты в пень. Ну-ка, ракеты, к бою. Угу. Нормуль, пробиваем сосунка. Отлично, иди ты в пень. Хорош выделываться. Да отвали ты со своей сракой. Тут мне еще поворачивается. Давай волну запустим. Так, ну этого добиваем просто ударом. Так, три... Ох, тут 5 волн, оказывается, будет. Слушай, у нас с тобой массовые атаки есть? По-моему, есть, да? Я, наверное, тут возьму провокацию все-таки от греха подальше. И... А что делаем? Блин, давай-ка вот этого, наверное, Шитика с тобой грызанем. А если я вот так сделаю? Контратака повесится? Нет. Морзильная кошка. Ей нужно заблокировать хил. Да иди ты, козе, в трещину. Что... Ой-ой-ой-ой, начинается от... Нет, скорость. Ну это тоже, кстати, не очень хорошо. Сейчас Макман плюнет. Это что такое сейчас было? Это, я спрашиваю, что сейчас было? Макман, ты что, совсем что ли страх потерял? Ты вообще что ли оборзел? Взял просто плевком Рокзара снес. Я офигею просто. Давай, давай, еще ты тут выпендривайся мне. Ты не припухли... Парнишка, это что такое было? На его счету уже два трупа. Офигеть, блин. Да ты достал уже то шокером, то херокером, блин. Ну-ка, вали отсюда нафиг. И это только четвертая волна. Не, друзья, что-то вообще расклеились мы с вами. Я скажу вам одно. Вообще расклеились не по-детски. Что это за дела? Что-то происходит, а? Блин, Кожеголову надо, наверное, сносить. Снесли. Яичко, ё-моё. Дэнь-дэнь-дэнь-дэнь-дэнь. Танцует мне тут буги-вуги. О, все, это кранты, ребята. Это кранты. Я немножко в шоке, если честно. Я просто в шоке. Слушай, мы же, по-моему, проходили раньше. Кожеголового вроде бы получали. Или нет? Я вот не помню, если честно. Испытание довольно редкое. Блин, поражение, как же мне это бесит. Единственное, что можем мы с тобой сделать, знаешь, что? Поднять пару уровней, например, нашим персонажам. А это нужно сделать, знаешь, кому? Рокзару и Армагону. Хотя бы до 75-го, хотя бы до равных сделать. Вот, и Крису Брэдфорду. И все, ребята. И они просто заплачут, убегут в угол и будут просить, чтобы я их пощадил. Но я уже в гневе. Пощады не будет. Но все равно считай, что серия получилась лайтовая. Я не напрягался на самом деле.
Вот можно, кстати. Нет, здесь не хочу. Не, конечно, можно было бы пофармить Пита, пофармить Рокула, но видишь, 40 телепортов. Как-то не особо хочется, если честно. Ладно, ребятушки, мы будем на сегодня закругляться. Естественно, я пойду набивать пока осколочки, они нам тоже нужны. Ну а с вами увидимся уже в следующих новых видосиках. Так что всем пока и до скорого.